С отличными результатами вернулись с соревнований воспитанники клуба «Орленок». В одной из спортивных школ столицы состоялось первенство Южного округа Москвы с отбором на первенство Москвы до 15 лет. Молодец! Видное представили 6 дзюдоистов – 2 девочки и 4 мальчика 2008-2009 годов рождения. По результатам поединков «Орлята» увезли 3 первых места. Их заняли Виктория Аньшина, Полина Артамонова и Иван Шестаков. Также в их копилке 1-2 место у Мурада Алджанова – 5 и 6 места. Четверо видновских спортсменов отобрались на первенство Москвы. Поздравляем ребят и их тренера Гаджимурада Гаджимурадова.